Над размахом дорог, над разливами рек и лесов разгорается день, и светлее становится в мире, и морозные дали звенят от людских голосов. А высокое солнце уже полыхает в зените, и лучи его тихо ложатся на стены Кремля. Развивается флаг и сияет на вечном граните то великое имя. В преддверии празднования Дня защитника Отечества в гимназии номер 2 был проведен тематический классный час с учащимися старших классов. Гостями мероприятия стали ветераны афганских событий. 23 февраля, по сложившейся традиции, россияне отмечают великие заслуги армии перед государством. Из поколения в поколение российские воины передают наследство святые для каждого солдата понятия – честь, верность присяге, войсковое товарищество и любовь к отчизне. Время героев по самому высшему праву ты подарила далеким и близким годам. Доблесть и славы, и долгую добрую память. Время героев, а что ты оставила нам? Ты нам оставила ясное небо, отчизны, дом и работу, и ласковый хлеб на столе. Ты нам оставила самое главное в жизни, радость работы на мирной счастливой земле. В сердцах он тысяч матерей, упавшая слеза на камне стынет. На необъятной, родине моей, ждут сыновей, погибших на чужбине. И ждать их не устанут никогда, неведомые вглядываясь вдали. Дома, поселки, села, города, которые на службу провожали. Афганистан в истории страны кровавая, тяжелая страница. Солдатам, возвратившихся с войны, и матерям погибших будет сниться. Праздник этот самый торжественный, ведь в самом названии его заложено благородное стремление и обязанность защищать Родину. «Быть защитником своих близких, своей Родины – это святая честь любого человека», сказал ветеран афганских событий Бекбулат Акавов. Я всем вам желаю успеха в учебе, чтобы главное в армии – это нужно знание, тем более сейчас. Потому что мы когда призывались, у нас не были там компьютеры, эти другие вещи. А теперь все на сегодняшний день вооруженных сил, все компьютеров. Главное, слушайте ваших учителей, чтобы они бывали. Вам они плохого никогда не скажут, они будут вас учить хорошему. Главное, примите их на это знание, все. И еще раз поздравляю вас с Днем Отечества. Приурочив к празднованию Дня защитника Отечества, начальник отдела подготовки и призыва военного комиссариата города Артур Аджеев вручил юноармейцам гимназии номер 2 документ, удостоверяющий, что они являются членами отряда юноармейцев. Вступить в юную армию может любой школьник. Свободное от учебы время могут вести работу по сохранению памятников, нести вахты памяти у вечного огня и заниматься волонтерской деятельностью. Очень много достойных слов на побед наших вооруженных сил, начиная от русских побед, от советского времени и сейчас уже российского времени. Хотелось бы, чтобы ребята все это вы восприняли и поняли, все, что было сказано в песне, которое было исполнено. Это очень хорошее будет в ваших сердцах. Просто возьмите пример наших воинов, солдат, участников афганских событий. Вам есть кого брать пример, который в вашей школе заработал. И хотелось бы продолжение всего этого. У нас образовалось новое движение юноармейское. Это вот наши первые участники с вашей школы. Надеюсь, еще будут участники в этом движении. Вручите им удостоверение. Матвей Камин. День защитника Отечества – день особый. Это повод поздравить всех ныне живущих воинов и почтить память героев различных сражений. Слова благодарности за приглашение выразили участники афганских событий, которые, несмотря ни на что, посещают все тематические мероприятия и участвуют в жизни города, тем самым воспитывая патриотический дух подрастающей молодежи. Наступающим праздником на столах, чтобы никогда в жизни не участвовали в боевых действиях, не только вы, но и ваши дети. Дорогие наши юноармейцы, сегодня вы поднялись на первую ступеньку защитников нашего Отечества. Я от коллектива воинов-интернационалистов и как замдиректор гимназии номер 2 желаю вам всего самого лучшего, быть нас достойными, чтобы нас не мучили смутные сомнения, кто же нас защищает.
Так что желаю вам всего самого хорошего. Будьте счастливы. Еще раз с праздником. В годы войны солдаты ценой своей жизни разгромили врага и освободили страну от захватчиков. А сейчас армия охраняет десятки тысяч километров сухопутных, воздушных и водных границ России. Защита Отечества – долг каждого гражданина, почетная обязанность каждого мужчины. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом, солдат. До свидания, мальчики. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс». Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими.